Диалог на равных. В таком формате сегодня прошла встреча молодежи с руководителем энергетического бизнеса компании N+ Group Михаилом Хардиковым и ректором ИРНИТУ Михаилом Корняковым. Здесь собрались как студенты профильных специальностей, которые только определяют свой карьерный путь, так и действующие специалисты, которые намерены в будущем повышать свою квалификацию. Участники встречи обсудили востребованность профессии энергетика, навыки, необходимые для работы на производстве, а также карьерные возможности для сотрудников энергохолдинга. Кроме того, собравшиеся узнали о стратегии компании в текущих экономических условиях и промышленных перспективах Иркутской области. Есть ли тенденция к развитию именно молодых слесарей, молодых механиков, тех, кто не стремится в кабинеты и офисы? То, о чем вы говорите, это называется производственное обучение. Я лично всецело это поддерживаю, пытаюсь добиться того, чтобы это было реализовано. Если есть желание и понимание, что хочется осваивать руками инженерную компетенцию, однозначно да. При этом, если вы видите, лично вы видите, что можно это делать более эффективно, или что-то не хватает, или еще что-то хочется, ну дайте обратную связь. По словам руководителя компании «Энергетика в Сибири», перспективная, динамично развивающаяся отрасль, которая затрагивает не только производственную, но и социальную жизнь регионов. N+ Group, например, на регулярной основе инвестирует в строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, общественных пространств, жилых комплексов, образовательных, детских и медицинских учреждений. Приоритет этих задач в деятельности компании обозначил ее основатель Олег Дерипаска. Основной вывод и лейтмотив, что переориентирование экономики на новые рынки – это серьезный стимул для развития экономики сибирских регионов. Сибирь – это промышленный центр России. Здесь огромный потенциал по строительству новых ГЭС, по развитию энергетической инфраструктуры, по развитию транспортных коридоров. И все сегодняшние наши молодые сотрудники и ребята, кто завтра придет на производство, должны обеспечить этот экономический рост. Студенты поделились впечатлениями от встречи. Мероприятие для них оказалось очень продуктивным. Советы и поддержка старших товарищей помогут в достижении намеченных карьерных целей. Считаю, что это очень важно для молодых, допустим, специалистов, понимать, что о них заботятся, в принципе, что они всегда могут задать какой-то вопрос не когда-то куда-то в какую-то инстанцию, а прямо напрямую руководству. В течение полутора часов молодежь задавала вопросы один за другим. Каждый компания рассмотрит детально для более эффективного взаимодействия с вузом. Мы такие встречи проводим постоянно, как со студентами, и на уровне нашего подразделения, руководства. И эти встречи очень важны, чтобы сфокусировать, скорректировать, а самое главное, спланировать совместные планы компании и университета, поскольку мы непосредственно запустили много очень таких серьезных проектов, и корректировка планов, направления, она очень важна. Дарья Макарова, Иван Прокудин. Новости сейчас.